вынесли. Вынесли. Футболка завязывали и раны. Вот, зашивала. С этого дома. Представляете, что случилось? Мы забежали, пацанила, то есть. Вот, руки паравидос и пот. Я ему футболку отдал, помочили, ну ты подобрал. Я бабушку вынес, а он вот так выбежал. Футболку разорвали на нем и бабушку закрыли. А газ там воду, знаешь. Газ перекрыли. Бабушку на руках вынесли, скорую помощь. Что скоты делали? Скорая быстро приехала. Может, минут 10 прошло, уже скорая была. А с какой стороны велся обстрел? С той стороны. Это со стороны Карлова? Там посмотрите, пацаны, с той стороны там видно. Вот у нас соседка чуть ниже нас пробила нафиг окна. С той стороны. Со спальни зал на вылет пошло. Там выше, посмотрите, нет. Нигде нет. И это с градом стреляли. Десятиэтажка дальше. Богом, нигде нет. Никогда в жизни не думала, что смогу зашить живое тело. А сегодня смогла. А что у нее за ранение было? Ну, порвало. Рана была, вылазило мясо оттуда. Мне пришлось взять иголку зашить. Мы бабушку с пацанем вынесли, посадили на лавочку. Ну, правда, скорая умнички, пацаны. Минут 10 даже не прошло, наверное, прилетела скорая. Сразу. Молодцы. Алло, слышишь? А ну, подъезжай, где мы стояли, где вы меня забирали. Подъезжай, что там меня заберете. Бабулька такая. Да подъезжай, ну, бабушка, надо так в школе подъехать. Она, пацаны, сейчас... дым, она плачет, и дым идет, знаешь. Я думал, вообще там загорелся. Да заезжай сюда, скажи, служба безопасности. Забрали, я бабульку вынес, а пацаны... Нет, как ты меня подвозил? Ну, как мне помогал? После школы остановился. Ну так, пацаны, мусора, холодильник, все. Да, ну, да, короче, с квартиры ничего не осталось. Вот так вот свалка, Галима. Страшно. Страшно. Вот, жена другую футболку мне дала, я пацаненку дал, когда дым шел, он намочил. Это возле 9-го дома, да, был этот мальчик? Да, вот, я не знаю, пацанёнок... Возле 9-го дома там было, получается. Пацанёнок шел возле меня, молодец такой, молодца, он вообще запрыгнул там... По окнам запрыгнул, по трубе сразу залетел в окно. Вообще умничка вообще, пацан.